просто такси. Что со мной могло случиться? И вот я решил, что Южная Корея — это практически идеальное место для происходящих событий. Да, насколько я знаю, вы там ни разу не были. Вы знаете, Эрже тоже из Бельгии практически никуда не выезжал. А тем временем его Тинтин путешествовал практически по всей планете. И даже на Луну. Весомый аргумент. Но вернемся к вашему герою. Перед тем, как совершить свое первое убийство, Николай Суклитин специально знакомится со своей жертвой. Более того, он сводит с ней дружбу. Что это? Это попытка придать еще больше драматизма и без того драматичной истории? Или просто жирный штрих к портрету человека, полного цинизма и в котором нет никакой морали? Знаете, я не очень понимаю, о какой морали может вообще идти речь, когда герой – серийный убийца. Вы книгу-то мою читали? Нет, но... Так вот, самое сложное с психологической точки зрения – это совершить первое убийство. Поэтому мой герой, Николай Суклетин, решил, что с первой жертвой надо обязательно подружиться. Потому что, во-первых, гораздо проще убить того, кто тебе доверяет, чем совершенно постороннего, незнакомого человека. Во-вторых, при расследовании подозрение на друзей падает в последнюю очередь. И вот тут-то как раз и появляется этот паренек. Да. Вы знали, что Сойка может подражать человеческому голосу? Или звуку топора? Вы не боитесь того, что ваша эта книга, достаточно кровожадная, страшная книга, может стать просто инструкцией по применению, ну, скажем так, для не совсем адекватных людей? Знаете, я надеюсь, что в психиатрические лечебницы мою книгу привозить не будут, а нормальные люди воспримут ее вполне адекватно. Значит так, ключи не терять, не терять, соседям не приставать, не приставать, на автобусе никуда не ездить, понял? Да, и бомжей домой не приводи. Хорошо. Давай. Пока, пап. Привет соседям. О, здрасте. Заходи.
Андрюх, смотри. Смотри на того. Такой красивый. Лапы все в перьях. Круто, да? Андрюх, спасибо, что со мной пошел. Со мной сюда никто не ходит, даже папа. А ты знал, что птиц нельзя хлебом кормить? Им от этого может плохо стать, прикинь? Проспорил. Помнишь, ты говорил, что снегирей в Москве не бывает? Вот, видишь, красненькая на веточке. Это я сам снимал, что правда. Ты? Видишь, это правда снегирь. Что ты заходи. Это что? Это я пробовал новый способ разделки арбуза по-корейски. Поможешь? Да, конечно. Прикольно. Что, не страшно ходить по незнакомым квартирам? Вдруг я известный маньяк-убийца? Я себе представляю заголовок в газете. Известный маньяк-убийца кормит свою жертву арбузом по-корейски. Ну и что? Не доел. Спасибо большое, очень вкусно. Нет. О, ну срач, мы с тобой тут развели. А, я сейчас помогу прибраться. Ой, точно. А у тебя есть две большие тарелки? Да, на кухне. Круто, сейчас принесу. Смотри, твоя правая, моя левая. Пуляем семечки. Кто больше попадает, тот и выигрывает. Понял? Один ноль, видел? Мы же не дети. Два ноль, видел? Слушай, давай прекращай. Сейчас смотри, третий раз подряд. Оп, 3-0. Как ты первый делаешь? Раз так. Не, надо нажимать. Смотри. Дай. Смотри. Я попал! Обалдеть. Смотрю. Берешь, короче, и вот так. Эй, нечестно вообще. Вот, вот это попадание. Это видел? Не попадание. Я попал. Можно щелчка вот так на палец положу, да?
да? Да, да, да. Нет и не будет завтра, есть только здесь и сейчас. Снова и снова повторяется джаз. Жизнь ничего не стоит, вечность чуть-чуть дороже. Ты мне необходима, я тебе тоже. Что я вижу, слышу, ты же тоже. У тебя не было шансов. У меня с детства так, если я в чем-то участвую, я всегда выигрываю. Футбол, бокс, фигурное катание, теннис, тяжелая атлетика. Везде первые места. Мама говорила, меня Бог поцеловал. Да и квартиру мне эту дали, потому что я гонки по мотокроссу выиграл. Так что, мой друг, шансов выиграть у тебя не было. Уже поддавался. А ты почаще заходи, может, и тебя Бог поцелует. Я поддавался. В смысле? Ну, когда мы играли, я специально поддавался. Это же самое главное правило хороших манер. Если тебя пригласили в гости, нужно угодить хозяину. Ну вот я и поддался. Тебе пора идти. Подожди, мы уже хотели... Нет, у меня дела, мне надо доделать кое-что. Ладно, я тогда потом зайду. Завтра папа приезжает. Пойдем завтра вместе Сойку смотреть. Сегодня пойдем. Отлично. Чего опаздываешь? Лиза засмотрелась. Пошли. Надо мне было за тобой зайти. Не надо. Почему? Потому что. Андрей, ты меня пугаешь. Извини, я просто первый раз на ответственном задании и волнуюсь. Я тоже. Нам, мы не можем его провалить. Согласен? Да. Оружие готово? Сейчас. Да. Заряжай. Готово. Пошли. Смотри. Ты видел?
Привет соседям. Привет. А мы соседи? Да, я на третьем живу. Ну что, будем знакомы? Будем. Молотком. Хорошо, девушка мимо проходила, спугнула. Андрей, твой этаж. Хорошо, парень. Ты это, в гости заходи. Врач сказал, что память вернулась, ему общение нужно. А какой из меня собеседник? О, а мы решили приглашение не ждать и сами в гости напроситься. А ты куда собрался-то? Я сейчас мусор выкину, да приду. Да мусор кто выкидывает вечером-то? Пойдем лучше. Арбуз есть, ну. Дверь закрой. Все-таки это буржуйство. Есть арбуз зимой. А вы знали, что арбуз — это ягода? Да я полгорода обижал, пока твою ягоду нашел. Ты сделал? Что сделал? Фотографии. И я? Хорошо смотрится. Ну, ты кушай арбуз, кушай. Спасибо. Может, тебя разрезать? Что, разрезать? Ну, может, ты, как он, любишь маленькими кусочками? А? Все-таки по-корейски 100 раз вкуснее, да, Андрю? Это как это по-корейски? А это Андрей рецепт, вот пусть он и расскажет. По-корейски. По-корейски это когда... Кровь идет. Кстати, у тебя носом кровь пошла. Простите, пожалуйста, давление, мыться надо. Пойду курну. А, надеюсь, мы тебя не докучаем? Да нет, нет, вы что? Ты что тут высматриваешь? Фотоаппарат нашелся. А мы с папой его уже обыскались. Даже думали, что бандиты в парке отобрали. А он, оказывается, у тебя. Ты же в прошлый раз меня сову оставил. Андрей, я ему ничего не сказал. Ты
Давай, к звездам. Значит так, когда нагуляетесь, зовешь дядю Мишу, он поможет поднять. Не озорничайте, сильно не пляшите. В этот раз я ненадолго, скоро вернусь, давай. Пока, пап. Пока, сынок. Да, и... Про бомжей я помню. Молодец. Ну что, Андрюх, куда пойдем? В голубятню или на речке посидим? Да, я тоже думаю в голубятню. Кстати, Андрюха, ты знаешь, что воробьи собирают окурки и несут их себе в гнезда? Они так предохраняются от маленьких жучков, всяких микробов. И смерти нет, есть только ветер, 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 смерти нет, есть только смерти нет, есть только ветер, 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 смерти нет. Есть только ветер, смерти нет. Есть только ветер, смерти нет.